Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами в жилом комплексе Symphony 34 от застройщика MR Group. Это действительно самое концептуальное архитектурное решение, которое мы с вами можем увидеть в Савеловском районе Москвы. Сегодня вот здесь мы будем искать интересные новогодние предложения и какие-то ипотечные варианты приобретения квартиры. Аша, добрый день. Добрый день, Иван. Мы приехали сегодня в жилой комплекс Symphony 34 от застройщика MR Group с одной важной целью, с одной миссией. Мы хотим найти какие-то скидки, какие-то идеальные предложения к Новому году и вообще к рождественским каникулам. Есть чем порадовать клиентов или нет? Да, нам есть чем порадовать клиентов. Эта история и не обошла стороной наш проект. Хотелось бы рассказать о скидочной системе, которая действует у нас на проекте. Это скидки будут от 5 до 15% в зависимости от выбранного вами лота и также в зависимости от формы оплаты. Есть очень важная социальная составляющая при покупке квартиры. Это просто фундаментальная, я считаю, важная вещь. Это, безусловно, ипотека. Что касается ипотеки, что касается самых разных форм субсидирования в Symphony 34, какие есть предложения? Если мы говорим об ипотечном кредитовании, то у нас на проекте более 10, пожалуй, даже более 20 вариантов различных субсидий. Есть изначально как субсидии от государства, которые дополняются субсидией от застройщика. Но в первую очередь на сегодняшний день, пожалуй, хотелось бы рассказать об ипотечной программе, которая действует у нас от банка открытия. Это идет ипотечная ставка 0,1% на первые 3 года кредитования. Так как 0,1% сейчас это достаточно популярный вид кредитования, думаю, все мы в городе сталкивались с наружной рекламой, видим, баннеры. Да. И, соответственно, люди не всегда знают о том, что данный вид программы подразумевает удорожание прайсовой стоимости квартиры. Если мы говорим об ипотечной программе от банка открытия на первые 3 года под ставку 0,1%, она предполагает сохранение прайсовой текущей стоимости квартиры и также возможность получить дополнительную скидку в размере 5% от стоимости квартиры на сегодняшний день. А ипотека на сколько лет должна быть или нет такого критерия? Максимальный срок этого кредитования будет у нас 30 лет, там уже в зависимости от возраста человека, который будет получать одобрение. Иван, сегодня продолжаем следить за динамикой строительства Symphony жилого комплекса. Я как понимаю, самое главное, что мы можем поделиться и что рассказать нашим зрителям, есть какие-то данные по срокам. По срокам действительно есть данные. Конец года у нас, как всегда, подводим итоги. И у нас хороший промежуточный результат, опережение у нас по монолиту. С опережением срока начали фасад на башне А на 2 недели раньше, уже вот 5 этажей сзади нас, видите, готово. По башне Д у нас по монолиту порядка 2 месяцев опережения нашего планового графика. Фасад планировали ранее начать только к весне, но по факту начнем уже вот в ближайшее время, то есть там тоже 2-3 месяца раньше, чем планировали. Поэтому такие хорошие у нас промежуточные итоги. Ну, комплекс по своему существу довольно грациозный, по крайней мере, даже во время строительства выглядит, и видно его как с Дмитровки, так и с прилегающих магистралей. Я как понимаю, начинаются фасадные работы, и скоро мы все это увидим уже совсем в другом виде. Относительно, да, относительно скоро фасадные работы действительно начали. Уже и на башне С у нас 1 этаж в стекле можно увидеть, посмотреть. Поэтому работы действительно не останавливаются ни на день, ни на час. И да, скоро увидим уже в стекле больше объема, чем 1 этаж. Сейчас начинаете переходить к остеклению. Я как понимаю, есть такая возможность пройти и посмотреть, как выглядит внутри. Можно, да, можно. Давайте пройдем, пойдем на 3-й этаж. Пойдем. Иван, как вы и говорили, зашли внутрь, я как понимаю, это квартира. Давайте так говорить, пока будущее, потому что никакого ремонта здесь, разумеется, нет, но вот как раз те самые стеклопакеты. Расскажите, где находимся и что здесь сейчас происходит? Действительно, мы в квартире. Квартира 3-комнатная на 3-м этаже, корпуса С. Здесь уже происходит черновая отделка, происходит монтаж перегородок, электрики, инженерии. Это так называемый макап. Или, по-русски говоря, образец, эталонная квартира, на которой обкатываются все решения.
и дизайнерский, и архитектурный. И действительно, да, третий этаж у нас уже остеклен, стоят стеклопакеты. Концепция всего комплекса реализована. Это панорамное остекление во всю стену, шикарные виды, много света, много солнца. Это стоечно-ригельная система, алюминиевые стойки. Да, да, это из алюминия. Двухкамерные стеклопакеты, энергосберегающие, надежные. Классные. Да, конечно, это проверенная система, все рассчитано. Провели испытания, собрали до этого образцы этих фасадов в специальных камерах и продували, и испытывали, поэтому, конечно, все надежно абсолютно. Кстати, зрителей хочу обратить одно внимание. Раньше в старых хрущевках, если кто-то жил, еще помнит, угловую квартиру, помните, старались не брать, потому что ее постоянно продувало, было жарко летом, холодно зимой. Здесь, наоборот, бонус, да, когда здесь у тебя угловая квартира, да, больше, да, света. Да, здесь больше света и отличные виды, конечно. Иван, спасибо за такую подробную информацию. Пожалуйста, приходите еще. Ну, а с вами, зрители, мы обязательно увидимся. Еще раз отмечу, что это была динамика строительства жилого комплекса Symphony 34 от застройщика MR Group. Ну, а все подробности ищите в социальных сетях самого застройщика и, конечно, в социальных сетях этого проекта. Пока!